Всем привет! Сегодня покажу Panarieg M1. Вот прошло ровно сколько я в ту пятницу я привез M1. В домике сидят. Сейчас вылетит. Самка с самцом. Уже сегодня самка отложила яйцо, прошло ровно 7 дней. Сейчас сниму. Так, вот домик. Сейчас на пол поставим. Вон яичко. Самка сегодня снесла яйцо. Вот одно яйцо уже есть. Начали размножаться. Вон она, белая самочка. Зебровый самец. Такой цветной. Ладно, сейчас закрою, покажу. Птенцов канареек. Так, сегодня моим малышам, вот этим же он обсирает все хорошо. 10 дней им. Вот они уже оперяются. Какой-то цвет, ну, красный. Вот он, папаша их не сидит. Наверное, будут как папаша. Темные. Это егошние птенцы. Вот снимал я видео, показывал. Это самка с риполовым, были пустые яйца. Подложил ей 2 яйца от тех. Было 4 яйца, все оплодотворенные. Вот 2 там, 2 здесь оставил. И так, ну и здесь 2 снимать не буду. Сейчас так покажу. Клетки снимать не буду. Вот они. Один светлый, один темный. Кормлю я их сейчас. Птенцов. Сейчас я покажу, что я им даю. Морковка с яйцом. Морковку режу им. Ножом, не на терке, ножом. И перепелиные яйца. В день. За день съедают где-то вот эта пара с вот той 3 яйца перепелиных. Вот я им недавно повесил, утром давал. Ой, 3 даже больше. Утром я только давал 3. И вечером. Ну вот 5 яиц получается, значит. Но это останется, конечно. Все не съедят. Уже вечер у нас. Ну и этой самочке вот так же. Она кормит одна, риполов ей не помогает. Ну хорошо кормит. Ладно, пойдемте посмотрим попугаев. Вот сейчас зашел, увидел буквально. Вот драка. Чем закончилась? Вон, видите, вот она, сволочь сидит зеленая. Вот. Подралась вот с этой самкой. Вот сейчас выгоню я ее. Вон даже, видите, гнездо в крови. Сейчас эту зеленую будем убирать. Клетку. Вот лезет, видите, столько полно, пустых гнезд, а они дерутся. Вот видите, вот такие дурные самки есть. Вот ее сейчас будем убирать, а то сейчас кто-нибудь кого-нибудь убьет. Сейчас я ту выгоню, увидите, сейчас я посмотрим, яйца не разбила. Смотрите, что, как они подрались у этой. Видите? Чуть где-то задело он. Весь глаз в крови, не кусай. Ну ладно, это отойдет. 2 яйца целые, разбросанные. Тяжелая самка. Блядь, яйца холодные. Ладно, еще, значит, он на них не насиживал. Ну и задрать. Сейчас эту зеленую буду сволочь убирать. Здесь, вы видите, домик я, самка, которую бросила сидеть на вон том домике. Я поставил другой домик. Она лезла в эти дуплянки. Я решил ей поставить другой домик.
И вроде бы она успокоилась. И вот уже новую кладку делает. И вот она уже сидит, смотрю капитально на яйцо. Уже вон яйцо снесло даже одно. Ну вот, видите, какое-то изменение. И дай бог. Может, это даже и шестое яйцо. А может и первое. Потому что я ее яйца убрал. Ну вот, она уже села плотно. Скорее всего, это первое яйцо, потому что слишком много времени с того времени прошло, как я убрал домик. Хотел поставить ее домик, но думаю, надо что-то изменить, чтобы были изменения. А здесь вот тоже, по-моему, есть яйца. Сейчас этот домик посмотрим. Самка заняла его. Самец зашел. Ну вот здесь самка уже отложила яйцо. Ну-ка, сколько у тебя там? Ну, 3 яйца отложила. Ну и только она вот недавно стала откладывать. Она его быстро заняла и вот отложила яйца. Ну, остальные все сидят. Сейчас вот это вот она. Это ей ободрала грудь. Вот так. Вот они. Вот самки вот до такой степени дерутся. Вот видите. Вот кровь какая. Если ее не убрать, кого-нибудь убьет. Этого голубого, по-моему, самка другая. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, четвертое, по-моему, белой самки гнездо. Сейчас посмотрим. Нет, это вообще-то ее самец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 яиц. Одно пустое. 6 темных яиц. 6 яиц должно быть здесь. Ну ладно. Вот такие дела. Видели, как дерутся по-страшному. Сейчас, если ее не убрать, будет хана. Сейчас я ее уберу, чтобы эта самка нормально уже сидела на яйцах. Вон она не может успокоиться. Ей надо в это гнездо залезть и все. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.